Освящение места строительства нового православного храма в честь равноапостольного князя Владимира прошло накануне в микрорайоне Конищево, рядом с парком Морской Славы. Примечательно, что закладка церкви состоялась именно в день крещения Руси. Митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин отметил в своем обращении к собравшимся здесь верующим, что именно принятие православной веры стало поворотным моментом в истории русского народа и позволило собрать воедино раздробленные славянские земли в сильное государство. Днепровская купель – это основа нашего православно-христианского самосознания и государственности. И в этом большая заслуга для святого равноапостольного князя Владимира. Он дал веру людям новым, веру правую. И мы сегодня молимся ему, чтобы он, как покровитель земли нашей, молил Бога, укреплял наше Отечество, даровал нам силы внесения нашего креста. Что касается же строительства нового православного храма, то сейчас, как отмечают в Рязанской митрополии, службы проходят в Преображенском храме села Конищево. Теперь же и в парке Морской Славы воздвигнут сначала небольшую деревянную церковь в честь равноапостольного князя Владимира, а затем в планах построить каменный храм, который станет основным местом молитвы верующих жителей микрорайона Конищево.